Итак, в этой главе апостол Павел дает нам три указания. Я думаю, это очень важные указания. Давайте присмотримся к ним. Первое из них в первом же стихе. «Принимайте людей». Просто принимайте друг друга. Первый стих. «Немощного веры принимайте без споров о мнениях». Итак, первый и самый главный принцип, когда речь заходит о таких спорах, заключается в том, чтобы не отвергать тех, с кем мы не согласны, а принимать их, вступать в диалог, беседовать, говорить, обсуждать. Причем не просто занимать свою позицию и отказываться от беседы, но принимать друг друга. Конечно, апостол Павел не говорит здесь о моральных абсолютах, о каких-то особенных, важных, основных, основополагающих библейских истинах. Есть ситуации, в которых диалога не будет, но есть ситуации, в которых разные христиане не соглашаются, и нельзя сказать, что кто-то из них не прав, потому что каждый действует по своей совести. Итак, первое указание. Принимайте друг друга. Мы с братом моим уверовали примерно в одно и то же время. На самом деле, даже в один и тот же день, на одном и том же евангелизационном собрании Билли Грэма. Я на 3 года его старше. Потом я пошел в колледж уитонский, потом продолжал обучение в Уитоне. И когда-то был даже момент, когда мы жили в одной комнате в учебном заведении, как раз в Уитоне с братом. Но мы с братом совершенно разные люди. Он человек такого художественного склада. Я человек аналитического склада ума. В школьные времена он занимался теннисом, я баскетболом. И во всем примерно так. Мы абсолютно разные. Мы смотрим на мир по-разному. У нас разные подходы. Я думаю, что один из нас человек с доминирующим левым полушарием, другой — правым. Не знаю, может быть, не так, но мы во многом с ним не согласны. И когда мы уверовали, мы начали с ним спорить. Еще как спорили. Я пытался его как-то заставить со мной согласиться. Я пытался заставить его смотреть на жизнь с моей точки зрения. Спорили мы, например, о том, важно ли читать Библию каждый день. Я говорил, конечно, важно и обязательно каждый день. А он говорит, да нет, я Библию читаю и молюсь, только, ну, совершенно не обязательно каждый день. Я рад, что делаю это регулярно, делаю это часто, но не каждый день. То есть вот такие вопросы. Он хотел участвовать в одной группе, я был с этим не согласен. Я говорю, нет, это плохо для тебя. Ты приходи к нам на наши встречи, на наши собрания. Но на самом деле ничего страшного в его решении не было. А мы все равно спорили. Но в какой-то момент я понял, что перехожу границы, и прочитал послание к Римлянам, 14 глава. И на протяжении следующего месяца я выучил всю эту главу наизусть, потому что я знал, что мне в этом плане нужна помощь Святого Духа. Мне нужно было, чтобы Дух Святой помог мне принимать брата. И я понял, насколько важен для меня 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает». И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. То есть не я буду его восставлять, это сделает Бог. Моя задача — его принимать. Итак, первое и совершенно очевидное указание — не осуждать брата, не смотреть на него высокомерно, то есть на того, кто с нами не согласен по этим спорным вопросам,
потому что Бог этого человека принял, потому что эти люди христиане, как и мы, и Бог может их восставить. Есть и второе указание, находим мы его в 5 стихе. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Апостол Павел говорит, что, ну, во-первых, нужно принимать друг друга в этих спорных вопросах, а во-вторых, нельзя идти против своих собственных убеждений. Каждый из нас должен изучать Писание, каждый из нас должен приходить к какому-то своему убеждению. Нам совершенно не надо оправдываться, нам совершенно не надо метаться туда-сюда, нам совершенно не надо говорить, будто мы не знаем, как поступить. Нет, каждый из нас должен принять какое-то решение. Есть известное биографическое исследование жизни Авраама Линкольна, американского президента. Автор этого исследования говорит удивительную вещь. Хотя Линкольн не пил спиртного, и хотя он не курил табак, я, кстати, про табак забыл сказать, об этом тоже спорят, и хотя он не ругался, ну, понятно, что в любом случае ругаться нельзя никогда, да? Хотя он никогда не играл в азартные игры, он никогда не смотрел свысока на тех, кто всем этим занимается. То есть он не курил, он не пил, это все понятно. Он не играл в азартные игры, но при этом он не поступал высокомерно или не говорил высокомерно с теми, кто всему этому предавались. Но у него были собственные убеждения, и он готов был в своей жизни эти убеждения отстаивать. Кстати, часто спорят как раз о спиртном. В Америке было даже время сухого закона, когда употребление спиртного было запрещено. И возникли в связи с этим самые разные проблемы. Началась криминальная деятельность. Алкоголь провозили контрабандой. Ничего хорошего из сухого закона не получилось, потому что, ну, не мудро принимать законы, регламентирующие такие ситуации. Но я хотел бы прочитать вам одну интересную историю. Но перед этим скажу вам вот о чем. Я лично не употребляю алкогольных напитков, и моя жена не употребляет алкогольные напитки. Это наше личное убеждение. В нашей семье есть родственники, которые такие напитки употребляют. И мы не смотрим на них с осуждением. Но у нас есть свои убеждения. Мы не пьем и не будем пить. Но расскажу вам одну историю. Я думаю, вам это понравится, потому что это история христианина, который помогает своему народу, своим окружающим, своим согражданам как-то решить вопрос об алкоголе. Все это было в 1759 году. Звали героя этой истории Артур Гиннес. Ему было 34 года. Он купил старую пивоварню в Дублине, в Ирландии. Эту пивоварню 10 лет не могли продать, не находилось покупателя, потому что тогда в сельской Ирландии пиво никто не знал. Все пили виски и джин, потому что эти напитки были дешевые, это крепкие напитки, легко их было купить. И вот в результате процветал алкоголизм. Люди просто уходили из жизни, спивались. Так вот, Артур Гиннес был убежденным христианином. Его заботила судьба вот этих молодых ирландцев, которые упивались виски и джином. Пьяниц можно найти было на каждом углу, на каждом перекрестке. И вот как-то Гиннес шел по улицам Дублина и возопил к Богу: «Боже, помоги мне что-то сделать с этой проблемой пьянства в Ирландии».
И вдруг он понял, что отвечать на молитву Бог будет через него самого. И тогда он решил сделать напиток, который понравится ирландцам, который будет для них полезнее, чем то, что было до тех пор. Он решил варить пиво. Пиво это было ячменное, соответственно, оно темнее других алкогольных напитков того времени. Пиво это было с большим содержанием железа, и больше, чем литр, выпить было невозможно. Да и содержание алкоголя в пиве существенно меньше, чем в виски или джине. Значит, гораздо меньше было возможности напиться. И молодой Артур Гиннес сделал напиток для ирландцев. Этот напиток сегодня считается национальным напитком Ирландии. И не только в Ирландии, но и во всем мире ценится ирландское пиво. Честно говоря, я об этом никогда даже не задумывался, потому что алкогольные напитки меня мало интересуют. Но вот что мне очень приятно. Мне приятно, что в этом вопросе Артур Гиннес поступил именно так. Я принимаю наше различие с ним. Я принимаю тот факт, что мы смотрим на этот вопрос по-разному. Я понимаю, что Бог хочет, чтобы в наших поместных церквях мы научились прежде всего принимать друг друга и не делать из всего моральный абсолют. Во-вторых, вырабатывать собственную точку зрения, собственные взгляды. И третье указание, которое дает нам апостол Павел, записано оно в 13 стихе. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению». Вот это библейский принцип «не быть преткновением или соблазном». Пожалуй, очень часто этот принцип люди неправильно понимают. Порой говорят так. Ну, смотрите, допустим, о телевизоре. Смотрите, кто-то скажет, по-моему, телевизор — это грех. Другой скажет, да почему же? Я смотрю телевизор. Конечно, не все смотрю, я внимателен в этом отношении, но смотрю. У меня есть вера, и телевизор у меня тоже есть. Итак, две разных точки зрения. Павел говорит, принимайте друг друга, поступайте, соответственно, совести и своим убеждениям. И третье, не будьте соблазном. Что это значит? Некоторые скажут, что человек, у которого телевизор, должен его выбросить, чтобы не соблазнить другого человека. Потому что у одного есть, у другого нет, значит, нужно, чтобы ни у кого не было. Нет, не так. Я считаю, что этот стих часто неправильно понимают. Соблазн не в этом. Соблазн вот в чем. Если, допустим, семья, которая не смотрит телевизор, пришла в гости к тем, кто телевизор смотрит. Понятно, что телевизор выбрасывать не надо. Но не надо его и включать в этой ситуации. Потому что вот эта семья телевизор не смотрит. И если говорят, слушайте, ну мы свободны во Христе, у нас такая радость христианская, мы любим телек, идите сюда, давайте посмотрим телевизор вместе, давайте мы вам покажем, как это здорово. Что происходит в результате? Эта семья создает соблазн, преткновение для другой, потому что она подталкивает их к тому, что противоречит их совести. Вот о чем говорит апостол Павел. Не то, что телевизор нужно выбросить, потому что кому-то это не нравится. Но то, что не надо навязывать свои убеждения, если они будут камнем преткновения, если они будут против совести другого человека. То же самое относится и к спиртным напиткам. Я иду поужинать с друзьями, они берут свое пиво, а я беру кофе,
И мы уважаем друг друга, мы принимаем друг друга. Они принимают тот факт, что я не пью спиртного, я принимаю тот факт, что они пьют. Если они вдруг скажут: «Слушай, это, ты чё, неужели никогда пиво не пробовал? Что с тобой? Как-то ты в жизни многое теряешь. Давай с нами». Что они тем самым делают? Они создают соблазн, потому что они побуждают меня пойти против моей веры, против моей совести. Но если мы принимаем друг друга и с уважением относимся друг к другу, то мы не будем создавать соблазнов, и нам будет вместе хорошо, нам будет вместе уютно. Друзья, я считаю, что во всех этих вопросах, во всех этих спорных вопросах в поместной церкви самое главное именно здесь, именно в этом. Если церковь не может усвоить эти моменты, если церковь не может отличать главное от второстепенного, основные вопросы учения от второстепенных, вопросы учения от вопросов практики, тогда мы в любом случае начнем разделяться, наше поле начнет сужаться, мы разучимся принимать друг друга. Нужно понять, усвоить и принять для себя послание к Римлянам, 14 глава. И тогда мы научимся жить как настоящие верующие люди, принимая убеждения других, не будучи соблазном для них, но при этом отстаивая свои убеждения для себя. И тогда в нашей жизни будут проявляться слова, которые приписывают одному из отцов церкви: в главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — Христос. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».